Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня сарделька и продолжаем проходить подземочки. Сегодня мы будем пробовать пройти кошмарочку номер 2. Я ее еще не начинал, как видите. Надеюсь, у меня попыток хватит. 9 попыток, и как раз 10 будет. Надеюсь, мы ничего не зафейлим. Такс. Поехали по магии. Ярость берем. Ангел-хранитель и вступление. Пока, говорю метеора, пока метели у нас нет, в принципе, нам этой магии должно хватить вполне. По героям. Тыковка. Ее докачаю до 91-го, чтобы поставить седьмую ремочку. Пока седьмую ремку не могу поставить. Вот она у меня есть. Я на нее поставлю СО. Даст немножко жизни. Поехали дальше. Следующий герой у нас Купидончик. В принципе, такой вариант Купидона меня устраивает. Если сольет, заменим кем-то другим. Для разгона самое то. Дальше Афинку убираем. Ставим такого вот Анубиса с железкой, чтобы не станился. Дрейк. Дрейк под вопросом. Поставим пока Хранителя. Для дополнительного ускорения. Увеличение силы атаки. Плюс Фрея, с которой мы тоже, возможно, будем стартовать. То есть такой вот состав. Можно было бы поставить сюда, в принципе, вместо Фрея и Ворожея попробовать. Давайте, наверное, Ворожея поставим, потому что у нас под хилу будет все печально. И такой вот Ворожей. Поехали. Протестируем. Кошмарка 2.1. Думаю, многие помнят эту кошмарку. Реально очень сложная кошмарка. В плане того, что на разрухе все всегда сливаются. Мы попробуем зайти сверху. Через дракона побежим. Надеюсь, мы не зафейлим. Сейчас у нас будет лютый разгончик. Все отлично. Видите, без проблем. То есть такой состав, думаю, мы до пятой кошмарки очень скоро дойдем. Да, раньше над ним мы очень мучились. Очень сложно было пройти сейчас, как видите. При наличии правильных героев и талантов можно пройти все, не заморачиваясь. Так, есть. 2-1 пройдено, кошмарка 2-2. Так, ну тут будем пробовать пройти. Так, я опять магию не взял. Благодаря тому, что у меня железка на Анубисе стоит, у меня он не станется. То есть это очень хорошо, скажем так. То есть мне не страшен. Так, попали все нормально. Вот видите, что делается. Просто сливает. Он не станется, он все там сколько, 18 секунд, если я не ошибаюсь, или 16. У него нету стана, разброс на него тоже не действует. Соответственно, он очень быстро сливает вражеских героев. Секунд. Да, быстренько кошмарки идут. Так, следующая кошмарка 2 и 3. Такс. Купидон, Минотавр, Атлант. Бульдозер, смерть, тыква. Ну, тоже будем начинать отсюда с угла. Стартую я с Анубиса, не с тыквы. Почему с Анубиса? Чтобы его быстрее зарядили. Купидон и все остальные. Ну и так вот налегке. То есть у нас получается максимальный урон. Хранитель, тыква и Купидон плюс Ворожей. Этого нам вполне хватает. Просто как-то налегке проходятся подземки таким составом. Я думал, будет посложнее, но это пока. Пока легко. Так, тот же самый вариант. Раз, два и кидаем. Вот видите, очень близко кинул. Купидона у нас уже, к сожалению, слили. И видите разницу в разгоне. Купидон не зарядил и мы зафейлили. Ну, в принципе, сейчас мы его риснем.
Прикольная подземочка, особенно очертания. Кое-что напоминают. Так, окей, отлично. Поехали дальше. Делаем рез. Все равно я сегодня уже эволюцию точно не сделаю. Так, то же самое. Стартуем сбоку. Вот отсюда. Плюс у меня еще смотритель дополнительно есть. То есть без проблем я должен справиться. Вот поляму вроде выбивает, если я не ошибаюсь. Но урон очень приличный. Тут елочка у нас. Так, отлично. Два, шесть. Ну, в принципе, с любой стороны точно так же можно заходить. А главное, исступление кидать для чего? Чтобы был быстрее разгон у героев, то есть он увеличивает их скорость атаки. Плюс хранитель, ну, то есть... Максимальный баф, и как видите, одного Анубиса хватает вполне даже без эволюции, чтобы это все посливать. Плюс он не станется, самое главное. То есть железная воля, либо эмблемой, либо талантом для него, для подземок на таком начальном уровне. Очень, очень и очень круто. С бастом, возможно, бы даже не так мы проходили. Так, отлично. Поехали следующее. Вот тут уже больше героев, но так как пробуем отсюда. У Анубиса 100 целей, в принципе, мы вполне должны со всеми справиться до того, как мы до них добежим, либо они нас ударят, потому что бьют они здесь больно. Вот то же самое. Налегке. Так, ну тут, в принципе, вообще слабенькая подземочка, мало героев. То есть, как видите, вот одним залпом фактически мы убрали их. Ну, это начальный левел, и там до пятых, до шестых там так уже у нас не получится, потому что там у героев намного больше жизни, и так потрешивать у нас не выйдет. Так, отлично. Два девять. Так, внизу у нас атлант, будем пробовать зайти через верх, потому что можно не успеть убить атланта, и он зарядится, и мы просто сольемся на его отражалке. Без проблем. Блин, я помню, сколько раньше мы мучились над этим, над прохождением. Просто жесть была. Поэтому без донатом не так уж и сложно, и не так все плохо, скажем так. Ну что, попробуем отсюда зайти. Снизу. Это последняя наша попытка. Просто налегке, как видите. Главное, правильный разгон. То есть правильное сочетание скиллов у меня получается. Анубис пока заряжается, его бафает. Купидончик, потом тыковка подразгоняется, и соответственно у меня получается плюс хранитель, максимальный разгон, он не станется, то есть он все время бьет. Итого плюс 115 самоцветов. Кошмарка 2 у нас пройдена, следующая у нас кошмарка 3. Попыток у нас, к сожалению, нет, поэтому придется ждать. Вот такие вот дела. Так, поехали еще по поводу локаций. Сразу же забежим, чтобы я потом не забыл.
ЗБшку надо фармануть, как обычно. Так, какой-то Голиаф. Чувствую, сейчас мы на нем сольемся, на этом Голиафе. Не, вроде нормальный. Ну, надо, видите, надо прокачивать просветы до сотого левела, цеплять эмблемки, тогда будет попроще мне. Пока, к сожалению, не докачано, но нормально, тащим. Так. Ну ладно, попробуем через Командору, но у меня чувство там... Не, вроде должны затащить. Отлично, землеройка заблочила. Супер. Землеройка римочная, она по локациях реально тащит. Но только живую еще поставить и будет и просто изи. Ну, уже намного проще, уже хоть до 300 смогу дойти. Стася, ну давайте посмотрим. По-любому тут сейчас разводняк. Не, нормально. Первый нормально, дальше, наверное, жесть будет. Смотрите, как землеройка четенько сработала. Нормально. Покорили мы этот ранг. Спортикс банда, поехали, сольемся. А может и нет. Блин, землеройка круто бьет. Нравится мне. Надо еще на атаку немножко, наверное, подшаманить. Будет пачку выносить. Ну, равносильную, конечно же. Ну, тут по-любому слив должен быть. Да. Я думал, будет 5-0 все-таки. Не так все просто у бездонов. Тут даже можно просто выходить. Ну и на этом хорошо. Так, отлично. Что там у нас еще дополнительно? Получили мы бонусом. Немножко ящиков. За прохождение. Вот такие вот дела, ребят. По квестикам, как видите, у меня уже придется ждать следующих суток. Так, кстати, можем еще забрать 5 скина. Надо будет все-таки добить его окончательно и заюзать. Потому что это тоже нормально прибавляет и силы, и дополнительно дает возможность пройти... Фарм локации. Как видите, тут еще нам фармить и фармить. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Это была Сарделька, бездонатный аккаунт. Мы начали прокачку. Всем удачи, всем пока.